Лады, поехали. Эй, сэр, извините за задержку. Значит, им в отель впало? Да, я знаю, где это. Вам повезло, что впало остался всего один отель. Я говорил, что самолет улетел, но они мне не поверили. Думают, что большие самолеты еще вернут. Кто тут еще скажет? Только гляньте, засуха! Пожары, сплошные потери. У моего брата была отличная бунгало и хлеб со скотом. Он был почти богачом, а в пожаре потерял все. Теперь он уехал из страны. Но он еще вернется. Снова Радио Свободы несет правду всем, кто ее ищет. А правда в том, что вы нужны своей стране. Берегитесь заразы СНС. Да, зараза мучает нашу прекрасную страну и имя ей СНС. Подобно любой заразе с ней нужно. Диджей мне нравится. Может, он музыку хорошую ставит, кто знает. Вот босса мы смели чекпоинт из зоны, не? Ай, ай, мне нам гюмза. Куда собрались? Я с пассажиром. Везу вас в городской отель. Вы из аэропорта? Да, сэр, из аэропорта. Джентльмены, вы ж тут стоите весь день. На обратном пути я привезу вам холодного пива. Вы пьете пиво? Пиво? Да, мы его пьем. Давай живей, проезжай. Да, сэр, спасибо вам. До скорой встречи, сэр. Чеченцы приходят в нашу страну, крадут все, ничего нам не оставляют. Сейчас тут много солдат. Это хорошо. Они обычно сами собой заняты.
это вас не беспокоит. Парни выпускают пар. Понимаете, каково это? Какие таксисты? Выглядите плохо. Устали. Присутствие объекта в стране является дестабилизирующим фактором. На нем всецело лежит ответственность за ввоз оружия в страну, что является нарушением совместно подписанного соглашения. Его репутация опасного торговца оружием полностью оправдана. Объект должен быть ликвидирован. Все пошло не по их плану. Я все еще дышу, а вот у тебя малярия. Ведь их ни хрена не устроит. Что старался? Ты уволен, и ты знаешь об этом. У тебя был шанс, но ты его упустил. А поскольку люди вроде тебя работают только за деньги, ты мне больше не страшен. Нужно тебе найти другую работу. Твои старые клиенты не понимают, что меня невозможно убить. А ты понимаешь, никто меня не убьет. Никто. Я решаю, кому жить, а кому умирать. Я. Знаешь, когда-то я давно прочел одну книгу. До сих пор вспоминаю. Она помогает мне понять жизнь. В книге говорилось про людей, что движет ими. Каждый живущий прежде всего ищет приложение своей силы. Жизнь есть воля к власти, другое значение не имеет. Вот так.
пьем, ху не пьем. Погоди, Чаки. Неважно, выглядишь. Плохи дела. Меня зовут Карбонель. Неважно, как зовут тебя. Просто сейчас ты создаешь проблемы. Ты на кого работаешь? Ты в гостинице завалил нескольких моих ребят. Ты в курсе? Итак, теперь ты работаешь на меня. У меня есть для тебя несколько поручений, малыш. Сначала подготовься, подбери снаряжение, боеприпасы и аптечку.